На. Приближаю, удаляю. Угу. Ключ мне дай. Какой? От строительного. Вдруг там эти показать комнатку. Так а зачем тебе заходить? Ты одной там где? Не надо это делать. А у вас это дома? Может быть, с ним пойти туда на строительный? Ну ладно, я одна схожу. Обожди, это мысль ты дала такую. Ты сейчас там что будешь делать-то? Я сейчас сначала в храм иду. Потом из храма туда проеду на трамвае и... пройду. Ты ни о каких деньгах не заводи речи, там никто не живет, никаких ремонтов, это нет, все нет. Обман, жулики. Это я... жулики неприкрытые. Я не буду говорить об этом, конечно. Но... просто, если они захотят, если мы с ними встретимся, значит, я показать комнату должна им. Но они сказали, что ремонт сами сделают. Где эти люди-то, где связываться хотела с ними? А во втором подъезде живет Наташа, наша знакомая. Ладно, А ее знакомые, муж с женой, вдвоем они в другом там, на квартире у других там находятся. Там ну, семья. Они там были у нас на квартире? Нет, еще не видели они. Даже Наташа не видела, не была. Ну, вот это что, дать ключ. Этот лишний надо дать туда пойти. Тут подписано должно быть. Ромаево ключи. Вот вторая строительная. Это наша квартира там. Надо привязать где-то. Привязать. А как скажут они, делать потом это будет? Конечно, конечно, сделать нужно с оригиналом. Ну-то нам вместе надо будет ну, идти. Давай, привязывай, где? Вот сюда. На, вон положи там, тебя, привяжи. Я куда привязать? Где привязать-то можно? За счет? Я здесь. Маленько расстегни это, Даша-то. У меня замок здесь, я же ведь это... Да не люблю эти замки. Даша, привязать надо к чему-то, чтобы у тебя не потерялось. Один ключ, и теряют все время. Привяжи за петельку. Ну. Вот. Не отвязывай его, она длинная, тебе можно открыть. Хорошо. Все. Давай, понеслась, говорит, душа в рай. Это у нас комната, на второй строительной, где жили. Там не живем еще. За электричество платить, но никто не живет платить. Платить там за то, другое, бараки все вокруг снесли, а пошли узнавать. Он нигде не числится, его нету нигде. Ну, там присосались какие-то. И там такие деньги накручивают, 12 квадратов барачного типа, лопнуто, все обвалилось. И платите деньги, чтобы вы не давать квартиру. А я, если бы выписалась она оттуда, она прописана. Квартиру дают, раз под снос идет. А получит квартиру, мы можем отдать тому, у кого нету. Из верующих. Они уже, эти все. Бараки снесены и квартиры всем выданы. Все, а по существу мы там находимся, нам не выданы. Все, а начальник а уже в тюрьме. Зачем ты много берешь с собой столько-то? А это Евангелие раздаю. Все, ладно, иди. С Богом. Больше нет у тебя красных Евангелий здесь? Иди с Богом. С Богом. Закрывай ну, дверь. Через порог опять. Пакость какая. Быстренько там, иди. Вон, выходит она от нас. Давай. Что-то возвращается, будет стучать, что-то забыла. Это как обычно, она забывает. Но знает, что возвращаться нельзя. Пошла. Так. Вот она пошла. Наша Надежда Васильевна. В город по той квартире решать. Ну, пенсионерка, время хватает. А одну не хотелось спускать. В прошлом году какие-то залезли там, безобразничают, и гуляют, и пьют, и пришлось с милицией приезжать и выталкивать их оттуда.
Видишь, как вот видать? Вот она подходит к двери. Вот, пожалуйста. Три поклона. Такой порядок у нас. Да кланяется хорошо. Прям, о, да еще перекрестила. Ангел тебя хранитель. Давай, сестра. С Богом. Вот как. Это сверху наш дом, видать, улица в том направлении. Вот мусорный бак стоит. О, пошла, уходи давай. Вот она пошла. Мы не выходим на улицу, сидим дома. Ну, неплохо. Кто придет оттуда, отсюда увидели. Встречаться. В сторону проспекта Ленина. А? В сторону проспекта Ленина, да? Да, вот она и пошла туда. А это вот ветеринарный какой-то там, какая-то фирма, или что-то не поймешь. Вот она где, далековато уже. Все, теперь на все пять этих я стою. Тут Комсомольский проспект, она сейчас до него дойдет. Все, опять все пять пунктов. Еще вот можно сделать, еще три. Удивительное дело. Ну что, пойдем на улицу. Сейчас помолимся и выключим.